Здорово, парни. Сегодня будет достаточно странный ролик. Игра будет происходить в шаблонной для меня форме. Это хорошая команда с большим рейтингом против ребят с 1К ММР. Чтобы сбалансировать это все, перед игрой парни с 1К ММР зайдут к нам на аккаунты и выставят там такие настройки, какие они захотят. Из ограничений же является то, что нельзя полностью убирать кнопки, то есть не назначать их там вообще. Нельзя менять скикастов на обычные касты и, собственно, все остальное разрешено. А начнем мы после небольшой рекламы. К сожалению, в этом году Valve не выпустит Daertide, но не стоит огорчаться, ведь праздник будет. На тесте дроп веселье в самом разгаре, бесплатные конфеты раздаются всем. Чем больше тести конфет ты собрал, тем больше шансов получить топ-подарки. А еще куча бесплатных сундуков и сундуков за конфеты. Скорее залетай по ссылке в описании, вводи мой промокод и скорее получай плюс 15% к пополнению баланса. Тести хоррор дроп, устрашающие подарки для самых смелых. Давай. Короче, выбирай, что менять. Единственное условие, короче, кикасты остаются, потому что мне впадло будет без кикастов играть. И еще у меня нет нумпада. Вот. Угу. На клавиатуре. Любые клавиши, да? Ну да, да. Телепорт плюс... А там стрелочки можно ставить, не? Да. Давай пусть будет стрелочка вправо. Блять, у меня кнопки там нет. Короче, я жму по... Если ты слышишь, нет? Вот, типа, вот так звучит... Я понял, да, там, свич. Вот так звучит кнопка, а это не кнопка, это... Я понял. Быстрая покупка F5. F5 уже есть, нет? Уже? Да, где? Есть, вот. А, уже есть, извиняюсь, F6 давай тогда. Выбрать всех прочих юнитов. F10. А у меня игра на F10 не закроется, я просто... Выбрать героя 6... Давай, допустим. Оно не сколько сложно, подожди, сколько подожди. Сложно запомнить. Прогресс. У кого какая-нибудь самая дикая настройка, у кого есть? У меня. Но у меня клоны на F10. Мне дота вылетает, понимаете, пацаны? Вылетело сейчас? Клавиша Windows. У меня ультает, а клавиша Windows. Пожрали. Дадите мне тангу, брат. Я могу дать тебе тангу. Или вы ему уже заполи? Второй нужно? Вань, а у тебя чё? А у тебя чё, Вань? Мне... материться можно? Не, мне, короче, на самом деле, у меня чел просто все кнопки сместил направо, и я теперь, типа, справа... У меня более-менее изи. Серьезно? Я не буду арлет покупать, правда, наверное. Я случайно сетку кинул. Мне чел просто только кнопками, у меня только... Да-да-да-да, мне тоже, я... Тпмит срочно! Чё там, душат? Телепорт делают, шейки. Блять, они чё, ёбнулись? Иди на тоды просто, иди на тоды. Я постою нормально здесь. Так, со следующей будет. Ебать, я мышкой играю. Пиздец, у него был колл-степ. Проебали. Боже, я вижу, как ему сложно, мне такого жалко, честно. Окей, хорошо. Ну, мы даже поставить тебя просто. Не, я не на эксмен не пофармлю. Классно, деревья. Меня. Если он подойдет близко, я стан могу дать ему, можем дожать. Ой, что я делаю? Почему это так сложно? Ты купил, если их прожать не смогу. Б это инвиз. Б это инвиз, правильно? Он меня убивать хочет. Он меня убивать хочет. О, пацаны, глиф нажал. У меня ничего нет, я умру. У меня нет. Это точно 1000 рейтинг получил? Нет! Не точно, блять. Типа, просто я на лондруиде, это, наверное, как и не нужно. Вначале. Ладно, проебали. Я не могу его как это сделать! Как принести артефакты? Да у меня не получается жать кнопки. Да-да-да, ты вернешь его, когда я на него пойду? Просто мы не видим. Мы не видим хайграунда. Я захожу сзади. Давай, ладно. Просто жмешь первый в него, я бегу на него, и потом ты его возвращаешь. Есть хопа, есть хопа. Возвращаю. Блять! Я не могу, колпа, подожди. Есть. Колпа, есть. Я не знаю как. 60 секунд, я не могу. Сейчас, подожди, вот здесь вот. А нет, вот он дайвит. Ему сложно. Хорош. Год дальше. Лоу. У меня мана нет. У меня. Я умер, кстати, скорее всего, подожди, мне надо вот сюда, тут сюда. Я подпою твою. Пожалуйста, готовьтесь сделать топ-кп для фиссура.
Я бегу пешком, хорошо? Блять. Ты, кстати, Найкс против Ландроида, я вообще не знаю, как ты. Типа ты должен. Трипл так в нижнем лесу. Вот, я нормально, я с ним. Я бегу тоже. Сейчас пришли. Вернешь его? Не надо. БХ на развороте можно попробовать. Как, почему не пуфается? Похуй. Хорош. Не, у меня все в правом нижнем углу, понял? Слышь, клавиатуры. У меня тоже, они зачем-то поставили себе правый нижний. Погнали Вокера. А, да, у нас пока есть. У нас не строя. Давай, я просто так выйду. Просто так выйду, типа по фа. А, я понял, я в смоках, да? Он может не поймет, да, он не понял. Давай. Короче, еще вернешь. Смотри, я сейчас бегу на него, и ты вернешь его. Бля, зря ты так сделал. Хотя. Нормально. Я просто глимс не на удобную кнопку очень. Ебать, я запуфаться смог. Я первый раз в жизни смог запуфаться. С первый раз в жизни. Захожу, давай. Погнали. Зря ты жмешь вот эту кнопку, хотя не зря. Я пытаюсь нажать чат, у меня Enter это выбор героя. Бля, вот все из-за того, что ты неправильно делаешь. Типа все, что тебе надо, это выйти. Да что, тут Хускар один остался. А я умер, да? Я не могу уйти. Хотя, может, уйду. Выбор шаг. Вы видели, что вытворил? Это ч. Ой, господи. Давайте. Едем лесу стать. Нападай. Хорошо, давай, Вокер. На топ, смотрите. У нас файт, мы не можем. У нас еще шейкер. Мне тоже, все нормально. Я шейкера верну. Шейкер улетел. Летел обратно, да? Там все ТП. Друид делал ТП. Я постараюсь медведя сдержать. Бля. Сдержал медведя. Сдержал. Ну, не дай медведя делать. Репорт. Уже даюсь. Ой, медведя. Я только пусть. Изи. Я не поймал. Блять, как тут переключить? У меня маны нету. Я не знаю, как фейзы включать. Я тоже собрал физы, это большая ошибка, я понял. Ладно, я умер. Ой, бля, как же сложно, они еще в пятером. Типа, было бы несложно, если бы это действительно было 1000 рейтинга. Но эти челы, они типа в пятером играют, замотивированы победить. Такие типа, давайте ТП, вот это вот. Как фейзы прожимать? Мышкой клацаю. Мышкой клацаю. Блядь, это замедление, пиздец. Беги на меня беги. Я так скажу, эти челы всю жизнь смотрят, как ты на мипа выигрываешь всех подряд. Сейчас я 3-5, понял? Да, не знаю, как это делаешь и прочее, поэтому. Там иллюзии есть смысл брать, или мне контроля хватает, в принципе? Шейкер иллюзии делал. Иллюзии есть смысл разбивать, если ты знаешь, какая у тебя кнопка атаки. Короче. Ну, блядь, сейчас уйдет, забей. Не-не-не, давай, выходи, вернешь его. Давай, возвращай. А, или просто жмите кнопку. Не возвращаю. Ебать, жестко. Дальше. Пиздец, я не могу, подожди, стой. Просто хуярь. Отойди, он сейчас... Как нажимать? X. Оп, еще рунку поднял. Ну все, тут в инвиз уходишь, выживаешь. Главное, чтобы корни... Не-не-не, там инвокер же еще. Понял, мужик. Извини. Прочно. Возвращаю. Я вот на дурочка прям иду. Чтобы и прокас блинка. Нет, не так. Давай. Вот так, блядь. Прокас блинка. Я тут твой блокер. И ты так и не прокатился. Там у нас БХ, давайте пойдемте туда. Я не знаю, как прожимать. Я не знаю, как первый прожимать. Я вообще ничего не знаю, как прожимать. Я иду из Раптора. Я он снизу. О-о-о! Блять, я не знаю, как прожимать скилл, нахуй, я не знаю. Блять, я его прожимаю. Все нормально. Давайте Хускара, пожалуйста. Что будет ёбка. Ну, у меня нечем закрыть. Это сейчас. Нам нужно туда варды поставить, а не уходить и не возвращаться. Выкуп есть, у меня ульты нет, я ее потратил, никуда надо было оставить. А, Хускар, как смогу, помогу. Ой. Ты-то хоть куда полез? Ну чего по одному-то подыхаете? Ой, он жонглирует, всё, ГГ. Всё, они этот, да. Давай, мы убьем. Да, ой, я не могу это играть, это очень сложно. Да, я бегу на низ, Вокера. Главное трек дай, чтобы он не шел. Низ это не вер, да? Да я не могу. У меня достает, если что. Давай. Не, я сдохну там. Ебать, я прокас блинка даю. А, мне пизды. Я медведя возвращаю. Давай.
Шейкер. У Шейкера ульта есть вроде. Стой. А как же мы их бесим контролем своим, серьезно? Шейкера верну. Нет. Блять, он хочет ультануть. Секунда, да, да. Похуй. О, у меня треки. Хускару вернул. Вернул? Го попадем, го подеремся. Он один, он один. Ну, с медведем и все. Они у вас там, я могу? Не, блять. Как же, блять, сло... Не, вот этот файт был просто охуенный в моих глазах, я не знаю. Я играл как полнейший идиот, но... На таких кнопках этого достаточно. А их нажать не могу, мне дота крашнется, понимаешь? Ты меня засейвишь что-нибудь? Возвращаю. Пизда, я умер. А он экспо не получит, если так. Я ПТ не мог свечнуть на силу, я не знал, блять, на какую. Я не дотягиваюсь глимсом. А что он такое сыкло? Глимс. Все нормально. Не, вы зря, мне кажется, на одного Хускара, он, по-моему, самый... Это единственный чел, у кого действительно 1000 рейтинга, вы зря его убиваете. Блин, что, ничего не так нормально жестко играют? Так, ладно, у Вокера, кстати, 18. Давайте погнали, готовы драться? Готово. Так, ладно, это, наверное, уже все. Надо нечто вернуть. Блять, как же сложно, давайте... Он умрет на рак. Ладно. Пацаны, ноль реакции. ГГ, керри 3-7, ГГ. Не ной, пожалуйста, но... Не керри проиграл игру. Я не буду говорить, кто. Ты на меня намекаешь? Не только на тебя. Да ладно, все хорошо. На самом деле, вот только я и Хускар играю. Обижаетесь, не обижайтесь. Это моё мнение. Чел, ты у меня все фраги с анстрайком забрал где-то в курсе. Опять я все думал, что чел на друиде, типа, ну... Это жесткий, а потом смотрю, у него 0-4. Просто герой, у него такой. По-моему, 90% игроков на друиде могут только нормально криков кейсить. Не, ну еще одна игра, и я не смогу на бывших настройках играть. Блять, где кнопки, сука? Меня забейте, это очень сложно. Мы что-то жмем сильно, вообще непонятно. Он пытается ультануть, вы специально, да, подходите, чтобы мне в ебасосину залетело, так сказать? Ну да, чтобы контент был. Давайте, будет бласт. Дерись. Они не ожидают, что я бласт дам. О боже. Еще сеточку, будьте добры? Да, конечно. Да? Не могу больше, я не могу вспомнить клавиши. Да, Мипа, пойди купи ТП, сделай ТП на базу. Отлично. Я хотел это сделать, но я забыл, на какую кнопку покупать телепорт. Ладно, мышка. Я вообще мышкой всегда покупаю телепорт. Понял. Я кто сказал, что я хочу летать? Ладно, я хочу летать. Мужики, блять! Не понял нахуй. Смотрите, что сейчас сделаю. Давай. Блять, клип-блинк. Ну что ж, парни, подошел к концу этот рофлый экспериментик. Само собой, всерьез это воспринимать не нужно, так как мы решились на эту идею буквально за полчаса и решили записать чисто for fun. Если вам понравилась эта идея или же вы хотите подобного разнообразия, то покажите мне свой фидбэк лайком и комментарием. Ну а на этом все.